За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, 8 получили ранения. На Луганском направлении боевики резко активизировались и нарушили режим прекращения огня 32 раза. В 21 случае применялись тяжелые вооружения. По позициям украинских войск было выпущено около 200 миноснарядов. На Донецком участке было 28 вражеских провокаций, 6 из них применялись запрещенные вооружения. На Мариупольском направлении оккупанты 25 раз обстреливали украинские позиции, в 6 случаях применялись тяжелые вооружения. Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий увеличение выплаты алиментов с 30 до 50% от прожиточного минимума на одного ребенка. Законом также оговаривается, что размер выплат должен быть достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка. При этом способ взыскания алиментов определяет тот из родителей, с которым проживает ребенок. В документе также отмечается, что алименты являются собственностью ребенка, а родитель, на имя кого они выплачиваются, распоряжаются алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Правительство Украины подаст на рассмотрение Верховной Рады изменения, которые отменят минимальные цены на табак. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. По его словам, установление минимальной цены на пачку сигарет противоречит директивам ЕС. Данилюк отметил, что установление минимальной цены нарушает конкуренцию. В качестве примера министр привел действующий минимальный акцизный платеж – 596 гривен за 1000 сигарет. Министр добавил, что сейчас ведомство работает и над другими инструментами. В Китае представили новый вид общественного транспорта – автономный рельсовый скоростной транзит. Это гибрид трамвая и автобуса. Изобретение называется «Арт». Он может передвигаться по дорогам, как обычный автобус, но только при наличии специальной разметки. «Арт» модульный, как и поезд. Вагоны можно присоединять и отсоединять в зависимости от количества пассажиров. Каждый вагон вмещает около 100 человек. При этом такой транспорт может двигаться и без водителя. Машина работает на электричестве и после 10 минут подзарядки может проехать 25 километров. Первая линия для этого транспорта появится в городе Джуджоу в будущем году. Сейчас проходят испытания новинки. Сотни барменов съехались в Мехико, чтобы побить мировой рекорд. Они одновременно приготовили огромное число коктейлей джин-тоник. Согласно подсчетам организаторов, вместе собрались около 300 барменов. Они выстроились в ряд и готовили напиток возрастом в несколько столетий почти синхронно. Предыдущий рекорд Гиннесса побили, собрав вместе 250 барменов. Джин-тоник традиционно готовят в высоком стакане. Состав его простой, но при этом напиток уже многие годы остается очень популярным. Это самый легкий коктейль в мире и один из лучших. В нем есть тоник, джин, лимон, апельсин и, конечно, для его приготовления нужны ситечко, широкий бокал и высокая ложка. Джин-тоник создали британцы в Индии в 18 столетии. Тоник содержит хинин, поэтому напиток использовали для профилактики малярии. В то время он был очень горьким, поэтому к нему добавляли джин. В наши дни хинина в тонике уже меньше, и он не такой горький, поскольку его чаще всего подслащивают.